Твой господин умер, прежде чем произнес последнее желание. Я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас? Только джин может снять заклятие другого джина. Сними его, и будешь свободен. Буря утихла. Да. Все кончилось. Может, сядем? Ты что-то бледновато. Вовсе нет. Ну, почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала, со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый, может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали джина, но все-таки. Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устала. Спасибо, что пришел со мной. Одной мне пришлось бы тяжко. Никогда не мог тебе отказать. Может, теперь это изменится. А ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что... что-то изменилось. Я ожидала... даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком. Что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Может, джин нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя. Ай, ты чего? Это чтоб не было слишком сладко. Странно. Мы делали это уже столько раз, а у меня ощущение, будто это был первый поцелуй. В определенном смысле так и есть. Кроме того, после слов «я тебя люблю» поцелуй должен казаться другим. Может, испытаем еще кое-что? У Амоса вполне уютная каюта. Геральт, не пережимай. У нас будет еще масса времени на уютные каюты. Думаю, мир не рухнет, если мы тут немного посидим. Здесь красиво. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Или через три. Ловлю на слове.
Ламбертом ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список? Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит. Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк мода 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчики, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы, не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Слушай, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь... Я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий, то же самое. Ну, давай попробуем. Начинай. Я никогда не... Не спал с суккубом. Вот так-так. С Геральтом-то все понятно, но ты... Эскель, вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштаниках. С Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Я не выпрыгивал из окна любовницы. Крепкий, должно быть, был муж у этой твоей дамочки. Не в том дело. Это был друг. Я не хотел причинить ему боль. Да, вот она, настоящая дружба. Ладно, господа, давайте заканчивать. А то я вам в глаза смотреть не смогу. Ой. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно, схожу. Кухнешь сам? Ладно, послушай, я тебя чем-то раздражаю. Меня? С чего ты взял? Ну, мне так кажется. Знаешь, ты же мне как младший брат. Глупый, вредный.
сдохну, брат. Сука, я еще раз плачу. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо... Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай. Сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. Вот же он. Со своим верным звоночком. Эй! Эскель! Подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три... жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо. А она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку? Да, сука, приглашаем. Так, как это работает? Ну, тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Стойте-ка, когда это... Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичек-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник. А то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Не ной, Эскель. Сейчас будешь весь в ми-ми-ми... В мишуре. Только никому не рассказывайте, ясно? Никому! Она столько барахла натащила, я уж решил, она тут жить собралась. Не пугай Геральта. Да, да, будто на тебя шили. Сновато только. Одевай, давай. Не, не это, оно тебе по фигуре не подойдет. Эскель, холера! У тебя ж талия осиная! А ты сам осина! Ну ладно, давайте же. Я в этой штуке еле дышу! Так, я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Кайдмил, блядь, хойна. Фокус-покус, чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство! Не ты, баран! Ложа! Ложа хочет меня убить! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящему? Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же.